Так, вот у нас Луна. 2 сентября 2023 год. Запись тестовая. Так, это я. Запорожская область, практически безветренно, в этом смысле повезло. За дерево прячется Луна. Ну, дело такое. Это просто проба пера. Полтора года фотоаппарата не касался. Сейчас буду менять выдержку. Осветлим чуть-чуть нашу вселенную. Так, ну хорошо, сейчас попробуем Юпитер еще снять. Просто как тест, насколько я в состоянии. После полутора лет застоя на что-то навестись вообще. Аллилуйя! Боже, какое экваториальные полосы видно. Офигеть! Да, вот тебе разница между Харьковом и полями в Запорожской области. Ближе всего тут город Орехов от меня. Так это не чистое небо, ребята, девчата. Тут еще дымка какая-то присутствует. Приходится штатив держать. О! Так, ну сейчас уже не резкости, ничего трогать не буду. Боже, какая красота! Ты посмотри, как экваториальные полосы видно четко. Я, конечно, не знаю, как это будет смотреться на экранах, мониторах. Ну-ка, извиняюсь, попробую все-таки засветить это все и посмотреть, где у нас галилеевые спутники. О, видно. Ну все, я счастлив. Хорошо. На первый раз достаточно. Ты, елки-палки, чуть не рухнулся. Теряю былую легкость. 2 сентября. Через дерево снимаю. 2 сентября. Это я фокус ловлю, резкость навожу. Две тысячи двадцать третий год. Ох, ну ладно, не буду, ребят. Издеваться над собой вами. Для первого раза достаточно. До Луны сейчас 360 тысяч километров. Недавно был Луна в перигее, полнолуние.